Всем привет! Вот что я удумала делать сегодня. Я решила отделять своих циткининовых деток от мамки. Прошел почти год, когда я воспользовалась циткининовой пастой. Хотела увидеть, как орхидея цветет, но в итоге я получила вот такую гроздь детей. Они большие, догоняют мамочку. У них вот такие вот корни. И сегодня я решила их отделять, так как мама, ну, она, наверное, уже устала, бедная. По моей воле, по моему велению, вот такие дети у нее. Буду отделять. Одной рукой неудобно. Я воспользуюсь когтерезкой. Это самый удобный инструмент для обрезания цветоноса. Вот честное слово, у меня собаки. Ну вот я приспособила когтерезку для обрезания цветоносов. Удобно, быстро. Вот такой кустик получился. Буду сажать в субстрат компасана. Я уже приготовила. И думаю, что добавлю немножко пенопласта и угля. Еще я добавлю кремневит «Цветочное счастье» для улучшения грунта. Увеличивает стрессоустойчивость, создает оптимальный воздухо- и влагообмен. И содержит кремний и калий. Почему я его добавлю? Вот сейчас покажу своих деток. Малюх, которым я его добавляла. Вроде бы все нормально. Чувствует себя хорошо. Решила я сажать деток всех вместе. Вот как они родились на мамочке, так они дальше и будут вместе жить в одном домике. Сам цветонос удалять до конца не буду, чтобы не травмировать корни. Вот это вот мамочка, вот это ее деточки. Представляете, как мама вздохнула. Ух! Ну, прям как человек. Она была беременная 9 месяцев, почти год. И вот сейчас она даже немножко выпрямилась так. Стало ей легче. Буду растить, девочки мои. Посмотрим, что у меня получится. Ну, вот такой кустик получился. Не стала я его сильно заглублять. Вот такой красавчик. Пышненький. Толстенький, жирненький. Расти, мой хороший. И всем пока. Удачи, радости, цветения.